По странам шагает эпидемия, но компании Volkswagen нет до этого дела. Они озвучили срок начала продаж кроссовера Tayron. По сообщению пресс-службы производителя, новая модель появится у дилеров в апреле этого года. Итак, Volkswagen Tayron GTE – это кроссовер с гибридной установкой, который потребляет 2 литра бензина на 100 км. Размеры автомобиля 4 метра 59 сантиметров, ширина 1 метр 86 сантиметров. Высота 1 метр 66 сантиметров, колесная база 1 метр 73 сантиметра. Сборка автомобиля уже началась, хотя и планируется остановка заводов. Volkswagen Tayron Hybrid от обычной модели отличает другой бампер, стильные светодиодные ходовые огни S-образной формы, переработанная оптика и иная решетка радиатора. Гибридный силовой агрегат построен на основе турбированного двигателя 1,4 литра, который вместе с электромотором развивает 150 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея кроссовера позволяет только на электромоторе преодолеть 50 км. Есть и 2-литровый вариант с мощностью 186 лошадиных сил. Работает это все в паре с роботом на 10 ступеней. Привод может быть передний и полный. В новой модели представлена широкая гамма электронных помощников. Tayron GTE оснастили цифровой приборной панелью на 10,3 дюйма. Мультимедийная система с большим тачскрином, камерами на 360 градусов и запуском мотора без ключа. Блок климатической установки не изменился. На заднем ряду будут доступны воздуховоды, подогрев сидений и подлокотник. Также в салоне будет интимная подсветка. Цены будут объявлены ближе к старту продаж. Что вы думаете по поводу данного автомобиля? Напишите свое мнение в комментариях.